Четвертый аспект жизни человека, исполненного Святым Духом, который рассматривает апостол Павел в послании к Ефесянам, в 6 главе с 10 по 20 стихи. Это война. Война это всегда ужасно. Но война на самом деле способствует проявлению истинного характера человека. Кто-то ведет себя как трус, кто-то как герой. Причем те люди, которые, может быть, казались на самом деле какими-то трусливыми, забитыми, очень часто становятся героями, а те, кто показывал себя как некого крутого, там, богатого мышцами человека, на самом деле оказывался трусом. Я читал про ну, известный писатель. Шандерович, он рассказывал про своего деда Семена Дозорцева. Ну, несмотря на такую нееврейскую фамилию Дозорцев, дед его был евреем. И как раз началась война, и деду было 17 лет, и кто-то при нем произнес такую фразу, дескать, евреи умеют устраиваться. Все, вся страна воюет, а эти устроились тут. Потому что, ну, у деда была броня на заводе. И он тут же, услышав эту фразу, отказался от брони, добровольно, не простившись даже с бабушкой, пошел в военкомат, прибавил там себе недостающий год и ушел добровольцем на фронт, где вскоре погиб. А что интересно, тот человек, который обронил эту фразу про евреев, умеющих устраиваться, он на самом деле на фронт не пошел всю жизнь. Проработал, так сказать, там, на, на этом заводе в отделе кадров. А потом, после войны, еще и распределял квартиру и долго не давал квартиру бабушке погибшего Семена Дозорцу. Война выявляет качество истинного характера. И, к сожалению, в духовном мире идет настоящая война. Война с сатаной и силами зла. И это не игра. Я знаю, что в многих церквах духовную битву превращают в такую игру, в некое такое шоу, когда на сатану там показательно орут и якобы связывают его именем Иисуса Христа. Но что поразительно, делают это каждое воскресенье. И возникает вопрос, что же вы так вяжете сатану и всех бесов, уже за столько лет пора всех связать. Он у вас каждое воскресенье опять развязанный. То ли вы плохо вяжете, то ли как-то не своим делом занимаетесь. Неправильно ведете духовную войну. Жизнь человека, исполненного Святым Духом, это духовная борьба с силами зла. Давайте прочитаем о том, что говорит по этому поводу Писание. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злый и все преодолев устоять. Итак, станьте, припоясав чресло вашей истиной и облегшись в броню праведности и обув ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым возможите угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякую молитву и прошением молитесь во всякое время духом. И старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых. И о мне, дабы мне дано было слово, устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно». Жизнь человека, исполненного Духом Святым, это духовная война с силами зла. И Павел здесь делает четыре разъяснения касательно этой духовной войны. Во-первых, Павел объясняет нам, против кого идет духовная война. Чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Начальство и власти – это не президент и правительство. Начальство и власти здесь э, подразумеваются духи злобы, бесы, сатана, сам дьявол. А, апостол Павел говорит, что мы сражаемся с ними. Сатана – это бывший, падший ангел бывший великий ангел, который пал, который поднял бунт против Бога. И он увлек за собой других благочестивых ангелов, которые стали бесами. Подобно Божьим святым ангелам, бесы, падшие, не умножаются в численном отношении, они не размножаются, их число постоянно. Они составляют хорошо организованную армию и ведут войну. Прежде всего, сатана и его бесы пытаются опорочить Божью сущность. Они сеют недоверие к словам Божьим. Сатана с, таким, с такой миссией пришел к Еве и заставил ее не послушаться Бога. Сатана э, старается нанести тайный ущерб нашей постоянной победе. Он очень часто маскируется, возбуждает в нашей жизни неприятности э, или внушает нам ложную уверенность. Сатана атакует верующих посредством неразберихи, царящей в доктринальных вопросах, и э, инспирирует разного рода лжеучителей. Сатана нападает на Божий народ, ставя преграды их труду для Бога. Например, сатана препятствовал Павлу э, трудиться в Ефесе. Э, и Павлу было дано с попущения Божьего жало в плоть ангел сатаны, чтобы удручать его. Сатана нападает на верующих посредством различного рода разделений. И Библия говорит нам, что за разделениями стоит сатана и его войско. Сатана нападает на верующих, побуждая их надеяться только на себя, на свои ресурсы. В Верхом Завете мы читаем, восстал сатана на Израиле и возбудил Давида сделать перепись чтобы Давид мог надеяться на свою военную силу. Сатана нападает на верующих и заставляет их лицемерить. Сатана нападает на верующих, увлекая их на пути этого мира, чтобы увлечь их прелестями мира Сего. Сатана нападает на верующих, когда вводит их в непослушание Богу и Божьему Слову. И так далее. Таких примеров можно приводить много. Мы воюем с очень серьезным противником. И в этой войне мы, к счастью, не одиноки. С нами воюет Господь. Но тем не менее, мы должны в этой войне участвовать. Далее второй вопрос, который здесь освещает апостол Павел, касается того, почему идет духовная война, для чего она идет. В 13 стихе Павел объясняет, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. Война идет для того, чтобы вы не погибли. Если не воевать с сатаной, то он осуществит свое Черное дело. И как и всякая война,. Это дело, в общем-то, прямо скажем, малоприятно. Один мой знакомый пастор рассказывал, как он беседовал со своим отцом. У него отец участвовал в настоящих боевых действиях, был профессиональным военным. И вот э, мой знакомый пастор говорит, я как-то отца спросил, папа, а скажи, в чем отличие настоящей войны от учений? Ну, отец задумался и говорит: ты знаешь, общего гораздо больше, вроде бы так вот на первый взгляд. На настоящей войне, вроде бы, мы, ну, бегаем, терпим лишение. Ну и на учениях то же самое, тоже бегаешь с полным боекомплектом, тоже не моешься там неделями. Ну, учения похожи. Вроде бы на войне там взрывы, то есть оглушает все тебя, грязь на тебя там сыплется. Неудобно, жутко. Ну и на учениях точно так же. Ты знаешь, он говорит, самое страшное отличие учения от настоящей войны в том, что на войне настоящие жертвы. Рядом с тобой по-настоящему падают твои друзья, и они умирают по-настоящему. Вот в этом отличие настоящей войны. И я вам скажу, что духовная война это не игра. Потому что в духовной войне настоящие жертвы. Люди реально уходят от Бога. Люди реально падают в этой духовной войне. И немало служителей уже отступило от Бога. И если вы посмотрите на динамику вот, служения, в мире средний срок годности служителей, если можно так сказать, 10 лет. Сатана выбивает служителей из колеи. Либо человек искушается деньгами, либо искушается властью, либо искушается сексом, и на сексуальные преступления какие-то идет. Вот три, пожалуй, самых удачных тактики сатаны, как выбить Божьего служителя. Жертвы настоящие. Я учился... Ну, в нескольких учебных заведениях. И пастор, с которым мы сидели рядом, с которым мы болтали, я однажды с ужасом узнал, ну, человек, мы молились вместе, что он украл церковную кассу и сбежал к любовнице. Совершенно в другой город уехал, бросил жену с детьми. Как такое может быть? Но это настоящие жертвы. Это... Действительно очень опасная вещь, духовная война. Чтобы вы не погибли, чтобы вы устояли, надо вести эту духовную войну. Третий вопрос, который здесь освещает апостол Павел, и на нем мы остановимся подробнее, в чем залог успеха духовной войны? И здесь апостол Павел говорит, во-первых, если вы хотите, чтобы духовная война шла успешно, вам нужна хорошая тренировка. Взгляните в 10 стих. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Павел здесь не приводит магических формул или заклинаний, как можно так наорать на сатану, чтобы он от тебя убежал. Нет, не, нет такого заклинания, который может отпугнуть сатану или заставить его отступить. Ты сам должен становиться сильнее. Укрепляйся Господом. Нельзя просто подойти и сказать, я провозглашаю свою власть над тобой. Ты должен быть духовно силен. Укрепляйся, это слово из лексикона спортсменов. Проводи регулярные тренировки. Позволь Господу укрепить тебя. Спортсмены всегда преодолевают себя. Ну, средний руки спортсмен, он... Свой спортивный элемент шлифует, ну, примерно полчаса. Настоящий хороший спортсмен тратит по много часов в день на то, чтобы отшлифовать один элемент. То же самое делают музыканты. Гитаристы стирают в кровь подушечки пальцев, у духовиков болят губы. Они преодолевают множество мелких трудностей для того, чтобы стать специалистами. И здесь апостол Павел говорит, хочешь устоять в духовной битве? укрепляйся. Побеждай мелкие грехи. Укрепляй свое личное благочестие. Преодолевай даже такие мелочи, как гнев, сомнение, зависть. Не маши рукой на мелкие грешки свои. Учись каждый день их преодолевать. С другой стороны, укрепляйся Господом и могуществом силы Его. Здесь опасно проявить самонадеянность и сказать, что я вот такой весь из себя духовный, я натренированный, я любой грех смогу победить. Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть, советует Писание нам. Признай свою слабость, и тогда ты обретешь силу. Павел говорил, когда я немощен, тогда я силен. Сторож на башне, если он видит приближение врага, ну, что делает хороший часовой? Он же не берет автомат и не выбегает с криком «Ура!» и, и не начинает стрелять. Нет, его задача поднять тревогу. Он должен доложить командованию, а командир уже организует оборону. Командир знает, как построить бой правильно. Так же и мы. Мы не должны в одиночку ринуться в бой с сатаной, но укрепиться Господом. Мы должны призвать помощь Господню, чтобы... Он поборал за нас, чтобы мы могли сказать, как и Асафату Бог сказал Не бойтесь и не ужасайтесь множество всего великого, ибо не ваша война, а Божья. В чем еще залог успеха духовной войны? Это ваше хорошее вооружение. И апостол Павел здесь говорит: Облекитесь во всеоружие Божье, для сего примите всеоружие Божье все оружие. Очень интересно, это буквально все, полное вооружение. Нельзя взять только один какой-то элемент. Нельзя взять один меч или там только щит. Надо все взять одновременно. Причем облечься раз и навсегда. То есть надеть и больше не снимать. И встать на своем месте. Встаньте, припоясав там чресло вашей истины займите свою позицию и стойте на ней твердо. И дальше Павел описывает шесть элементов вооружения. Станьте припоясов чресло поясом истины. Припоясав чресло вашей истины. Ну, в одежде римского воина пояс играл очень важную роль потому что он собирал воедино вот эту тунику, не позволял полам одежды развиваться и делать воина ну, уязвимым для того, чтобы его противник схватил. Очень печально, когда христиане позволяют туникам своих повседневных забот и беспокойств развиваться вокруг себя на ветру, постоянно препятствует это их верности Господу, и дьявол может за это сильно ухватить. Истина должна позволить тебе быть мобильным, собранным. Ты не должен тратить время на то, чтобы развиваться по ветру. Если обычные люди могут строить предположения, идти на ощупь, то христианин знает истину. Он, подобно воину, может двигаться легко и свободно, и его ни за что не ухватить. Он знает истину. Далее, облекитесь в броню праведности. Человек, одетый в броню праведности, неуязвим. Словами нельзя защититься от обвинений, а праведность может защитить от обвинений. Сатана ведь старается всегда при помощи каких-то ложных обвинений посеять в вас сомнения в том, что вы спасены, вернуть вас в уныние. Но вы должны твердо помнить, Господь одарил нас праведностью. И сами стараться жить праведно. Чтобы у сатаны не было удовольствия обвинять вас и постоянно напоминать о грехах. Далее, наденьте сапоги благовестие, ну или обувь. У римских воинов сапог не было, конечно, были сандалии специальные, но для современного солдата сапоги привычная обувь. Кирза такая духовная. Кирза благовестие. Верующий, стоящий в Господней силе, не должен страшиться никакого врага. Когда враг приходит, чтобы напасть на нас, наши ноги должны быть твердо укоренены в Евангелии, в благой вести Господа Иисуса Христа, вещающего о том, что Бог наш спаситель и наш защитник. Дальше. Возьмите щит веры, Здесь Павел употребляет такое греческое слово, которое обозначает довольно большой массивный щит. В римской э, армии было два типа щитов: маленький круглый и такой большой прямоугольный, такой загнутый щит. Он склеивался из э, нескольких слоев дерева для того, чтобы защищать воина от горящих дротиков. Э, это было довольно мощное оружие, когда горящими дротиками ну вот стреляли в армию и вот этот щит защищал от раскаленных стрел от э, горящих дротиков щит веры праведный будет жив если он оправдан верою праведный верою жив будет есть такая легенда о том что мартин лютер однажды во сне увидел сатану сатана сидел возле его кровати большим списком грехов Лютера. И Сатана зачитывал эти грехи, пытаясь ввергнуть Лютера в уныние или сподвигнуть на искушение. Когда Сатана закончил чтение грехов Лютера, Лютер спросил его: "Это все? Все грехи ты перечислил?" "Нет", сказал Сатана. "Есть еще". Достал еще более длинный свиток и опять начал читать закончил чтение, и Лютер спросил, это вообще все грехи? Тот говорит, ну да, теперь все. Он говорит, а теперь перечеркни все эти оба списка и напиши. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Праведный верою жив будет. Щит веры возьмите. Угасите раскаленные стрелы. Шлем спасения возьмите. Уверенность в спасении также поможет вам защититься от нападок сатаны. Наш э, гимн Протестантский содержит замечательные слова Да, я спасен. Не гордости, то слово, то песня славы спасшему меня. И возьмите меч Слово Божью. Слово Божье прорывает сатанинскую защиту. Если до этого все все оружие было таким оборонительным, то меч это единственное наступательное оружие. Слово Божье – это меч, который поможет поразить вам сатану. Множество лжеучителей, которые инспирированы сатаной и его бесами, рассчитывают на то, что вы Слово Божье знать не будете. Проповедь лжеучителя всегда на это рассчитана. Я помню, я встретился с мормонами как-то на улице, ну и завязался у нас разговор. Ну и я задал им вопрос. Я говорю, ну вот скажите, вы мормоны, у вас Джозеф Смит, пророк. Вот, прежде чем пришел Христос, в Ветхом Завете о нем было очень много пророчеств, что он должен прийти. Вот сейчас вы говорите, что ваш пророк, значит, это истина. Вот он пришел, чтобы дать последний завет. А где в Библии пророчество про Джозефа Смита? Ну, есть вообще. Потому что если бы Бог хотел, чтобы пришли мормоны, он, наверное, в Библии так и написал. А в 20 веке к вам придут мормоны, их слушайте. Ну, как-нибудь так. Ну, может быть, другими словами. Ну, найдите мне, пожалуйста, такое пророчество. Они говорят, есть такое пророчество. Открой, говорит, 37 главу книги пророка Езекииля и прочитай. Говорит, вот видишь там, Жезл Иосифа и жезл Ефрема, и Бог говорит: сложу их, и будет один жезл в моей руке. Значит, они говорят: жезл Ефрема это жезл Иуда это Библия, а жезл Ефрема там, да, это книга мормон Вот их Бог складывает, и будет один жезл. Потому что, говорит, вот Библия и книга Мормона, они как бы друг друга дополняют и одно. И явно эта их проповедь была рассчитана на человека, который никогда в жизни не читал 37 главу книги пророка Езекииля. А большинство из современных христиан действительно ее не читали никогда в жизни. И они очень легко поверят этой лжи. Им даже не вдомек будет прочитать, что написано выше и ниже что речь идет на самом деле о Южном Иудейском царстве и Северном Иудейском царстве. И Бог предсказывает, что два царства соединятся в одно. Мне пришлось об этом мормонам сказать, и они, конечно, не капитулировали, они убежали. А капитуляции вообще, конечно, достичь трудно. Я беседовал со свидетелями Иеговы, и всего три раза человек ну, покаялся чаще всего они просто убегают, они не продолжают беседу. Но, тем не менее, стоит сражаться, стоит сражаться с сатаной, чтобы люди не погибли. Пусть меч ваш будет большим и острым. Читайте Писание. Дальше. В чем залог успеха духовной войны? Залог в хорошей тактике. В чем состоит ваша тактика? тактика состоит в молитве. В некоторых церквах духовная битва представляет собой сплошной разговор с дьяволом. И, и это было бы смешно, если бы не было так грустно. Когда на богослужении с дьяволом беседуют больше, чем с Богом. Постоянно к дьяволу обращаются, ему запрещают. Ты там сатана, ты там это, да мы тебя связываем и так далее. Павел нигде не советуют обращаться к дьяволу Павел говорит молитесь молитесь богу ваша духовная битва состоит в хорошей тактике всякую молитву и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых и о мне Буквально здесь говорится, молитесь о том, что вы хотите, всякую молитвой. Слово молитва означает открытие желаний своих перед Богом. Рассказывайте Господу о ваших мечтах. Слово прошение подразумевает молитву о необходимом, молитесь о хлебе насущном, молитесь о том, что необходимо. Если вы рассказываете о своих мечтах, молитесь, да, молитву совершайте то Бог может дать, а может не дать просимое. Когда вы просите о насущном, Бог даст насущное. Это прошение. Молитесь в любое время, написано, во всякое время. У Бога нет перерыва на обед. Он всегда готов говорить с вами. Молитесь искренне, от сердца, здесь сказано, молитесь духом. Это не означает молитва на иных языках, потому что дар иных языков не у всех христиан есть. А молиться духом нужно всем. Духом это означает всей своей внутренней сущностью, духом рожденного свыше дитя. Духом взываем Аввоотчи, писал Павел к посланиям к Молитва духом это молитва ребенка, обращенная к отцу. Молитесь бодрствуя. Старайтесь о сем самом. То есть не машинально повторяйте, набившую оскомину слова. Молитесь непрестанно, со всяким постоянством. Регулярно не забывайте молиться. Молитесь в любом месте, постоянно молитесь. К сожалению, некоторые христиане думают, что молиться это значит ну, совершить какие-то особые ритуалы. Поэтому с ними молиться трудно. Ну, я знал одного такого брата. Если с ним едешь в машине, и говоришь ему, давай, брат, помолимся. Но это все, считай, пропало у тебя минут 15. Потому что для него молиться, это значит остановить машину, выйти из машины, встать, снять кепку, закрыть глаза и помолиться. Он не, не может молиться так вот просто. И ехать им за рулем и молиться. Не закрывая глаз. То есть человек не может молиться непрестанно. И для него молитва это... Вот встать, закрыть глаза с кепкой. Ну, поэтому его не, не, я не просил молиться никогда, молился, молился сам. Молитесь о всей армии Господней и о бойцах и о командирах. О всех, о всех святых. То есть о бойцах и о мне, говорит Павел. Ну, я вроде бы апостол, говорит он. Обо мне тоже особенно помолитесь, пожалуйста. Молитесь о всех, без исключения. И это ваше участие в духовной войне. Я слышал про одну сестру, она была парализована полностью, она лежала дома, и у нее двигались только немного пальцы на одной руке. То есть это все, что она могла делать. Ее там как-то кормили, и пастор ее посещал, и все время она говорила там я служу Господу, я молюсь о вас. Ну вот, о чем о вас помолиться? Он говорит, вот у меня пять пальцев, они еле-еле двигаются, но я придумал такую молитву. Значит, вот большой палец, он ближе всего ко мне, я им шевелю постоянно и молюсь о ближних своих, о близких, о родных, о домашних. Указательный палец, ну, обычно указывают, значит, я молюсь об учителях своих, значит, вот о пасторах, нам, о тех, кто нас учит, но еще пальцем этим указательным обычно тыкают враги нас, ну и о врагах тоже молюсь, когда указательным шевелю. Потом шевелю средним пальцем, он самый высокий, молюсь о правителях значит, наших, о, о руководстве и так далее. Вот этот палец безымянный, самый слабый. Да, но на нем зато кольцо обручальное. Вот я молюсь о слабых, Значит, людях больных, таких же, как я, ну и за богатых тоже болюсь. Значит, вот этого мира, чтобы они были хорошими. Ну, и говорит: вот последний, самый слабенький, маленький палец это я уж про себя молюсь, про все свои нужды. Значит, вот. И я подумал: вот молодец, сестра, то есть, она участвовала в духовной войне на самом деле. Она молилась обо всем мире. Молилась. И это правильно. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте tvseminary.com. Ну и, наконец, четвертый, последний вопрос, который освещает здесь апостол Павел. Так это каков результат нашей духовной войны? Об этом Павел говорит прямо. Распространение Евангелия – это результат духовной войны. 19 и 20 стихи. «Дабы мне дано было слово, устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в вузах, дабы я смело проповедовал, как мне должно». Результат духовной войны – это всегда распространение Евангелия. Если вы стоите за истину, если вы побеждаете сатану, то Евангелие будет распространяться. Ко мне как-то подошел мой сын, ему еще было 8 лет, и он как-то так стесняясь спросил, он говорит, папа, ты только не злись, пожалуйста. Значит, я знаю, что ты мне это рассказывал уже, но я подзабыл немного. Ты мне еще раз объясни. Вот скажи, если восьмилетний мальчик не верит в Христа и умрет, он попадет в ад. Он в аду когда там перестанет существовать? Он умрет в аду или нет? Я ему сказал, нет, сынок, в аду он будет вечно. Он не умрет там. Он будет мучиться вечно. И вот сын задумался как-то. На следующий день я смотрю, он в портфель положил Библию, значит, пошел в школу рассказывать одноклассникам о Христе. Он говорит, пап, я не хочу, чтобы мои одноклассники в ад попали. И я сначала подумал, что он о себе беспокоится. Но нет, он, он говорит, я-то знаю, что меня Господь спас, а вот они в ад попадут. И это был настоящий результат духовной войны. Он справился с ложью какой-то в своей голове, он забыл об истине, но был наставлен в ней и тут же пошел благовествовать. Результат нашей духовной войны – это всегда распространение Евангелия. Это поспособствует твоему умению проповедовать Евангелие. Павел пишет, дабы мне дано слово было, возвещать тайну благовестия, тайну благовестия. Это поспособствует нашей смелости. Павел не просил молиться. Знаете, братья и сестры, у меня ноги болят уже, тут я в цепях весь. Вы же, пожалуйста, помолите меня. Помолитесь за меня, чтобы Бог меня укрепил там духовно и физически. Нет, молитесь, чтобы я смело проповедовал открыто, с дерзновением. И это поспособствует осознанию нашего предназначения. Я поражаюсь, Павел не пишет. Знаете, я несчастный римский зэк. Нет, он пишет. Я исполняю посольство в вузах. Я посол, находящийся в тюрьме. Посол Божий. Как мне должно? Мне должно проповедовать, и я буду это делать. Итак, жизнь человека ⁇ это духовная война с силами зла. Мы воюем против сатаны и против его бесов. Мы воюем, чтобы избежать гибели. Мы воюем силой Христа. Мы должны тренироваться, мы должны пользоваться духовным оружием, мы должны молиться. Мы воюем, чтобы спасались другие люди. Я где-то читал про одного выдающегося полководца. И на самом деле эту историю я читал в нескольких источниках, и разным полководцам приписывали эти слова, но не суть важно. Важно, что его отряд, ну или войско его, попало в окружение. Силы были неравны, противника было в четыре раза больше, чем его солдат. И на завтра должен был состояться бой, и вот бой уже должен был бы начаться. И все ждали, что же полководец скажет своим солдатам. Ну а что можно сказать? Наверняка все они погибнут. То есть можно только обнять их и сказать, сынки, пойдемте и умрем. Но он выстроил своих солдат и обратился к ним с самой короткой речью за всю, наверное, историю военных речей. В его речи, воодушевляющей, было всего три слова. Он сказал, пленных не брать. И они пошли и победили. Пленных не берите. Деритесь не до смерти, но до победы. Мы не воюем, фактически мы побеждаем, потому что у нас есть великий Господь, который уже победил сатану. Идите и сражайтесь в этой войне силой Господа, и поможет Он вам одержать победу. Аминь. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.